даже знать не хочу. Это ужасно. Жуть. Похоже, ему конец. Так, дружок. Эй. Я избавлю тебя от мучения. О, нет. Так, так. Блин, как же... Не могу смотреть. Так, так, так. Майк, что ты наделал? Что за фигня? Оторвалась! Беги! Беги! Господи, что это было? Я не знаю! Там мостик! Сюда! Сюда, Майк! Давай сюда! Медведь! Это медведь! Смотри! Смотри! Так и было. Это медведь? Ага, наверняка. Они очень быстрые. Просто я ничего не разглядел. Эй, сюда он к нам не вломится, это точно. Откуда ты знаешь? Элементарно, Джесс. Медведи не умеют открывать двери. Ну, машины они как-то открывают. Что? Да ладно. В сети видела. Правда? Ну, Джесс, мало ли что в сеть выложат. Это реальная жизнь. Обещаю, что медведь и никакой другой зверь эту дверь не откроет. Наверное, ты прав. Ладно, будем считать, мне почти полегчало. Ну, почти. Ну, конечно. А я почему-то ожидала уютный домик, Майк. Ну да, как-то сквозит. Ну, зато есть камин, видишь? Нам не нужен огонь, чтобы согреться. Майкл, изволь обеспечить своей даме романтическую обстановку. Это как? Твоя дама хотела бы прижаться к твоей груди в тепле и при уютном свете очага, понятно? Ну вот, потремся друг от друга и разогреемся как следует. Майк? Да. Камин и уютный свет. Да, миледи. Вот, это сойдет за уютный свет. Так, дрова готовы. Теперь спичку бы. Оу, Джесс! Глянь сюда! Что, там огонь? Нет, круче. Как тебе? О, господи. Ну почему мужики так дуреют при виде оружия? Нет? Глупо женщине этого не понять.
Если не хочешь целоваться с ледяной статуей, советую развести огонь. Сейчас же. Видать, не только нам пришлось встретить жутких местных медведей. Мне от этого нисколечко не легче. Майкл, ты же огонь разжигаешь, не роман пишешь. Ну сколько можно еще время тянуть? О нет, черт. Майк! Что? О, черт! Что? Да где он? Что? Что такое? Он потерялся. Блин. Джесс, притормози. Кто потерялся? Мой телефон, Шерлок. Что, нету? О, черт, дура. Наверное, в снег выронила. Да, жопа. Если я его не найду, родаки, меня убьют. Но купишь другой. Да это уже четвертый за год. Ладно, ладно. Ну, давай его поищем. Он точно в снегу. А, только как-то не хочется сейчас лезть туда, к медведю. Или кто там. Ладно. Ну-ка, ну-ка. Сейчас мы с тобой зажжем. Сейчас самое время поупражняться в остроумии. Один ноль. Я веду. Очень мило. Ну, браво. Ну вот, миледи. Чего вы еще изволите? Знаешь, а вот круто было бы сейчас чего-нибудь выпить. Ну, если бы я знал заранее. Понимаешь, я как-то не в настроении. Пока. Может, надо просто зажмуриться и прыгнуть? Ну, типа как прыгают в бассейн. Что? То есть начать потихонечку. Ну, с поцелуев. А там как пойдет. Ты серьезно? Думал, это сработает? Всегда работало. Ну и кретин. Майк, ставни. Что ставни? Может, закроешь их? Брось, там никого нет. Мне кажется, что кто-то смотрит. Мне не по себе. Джесс, правда, ну хватит. Мне реально не по себе. Ладно, пойду закрою. Вуаля, ставни закрыты. Так, на чем мы остановились? Извини, прости, я что-то на взводе. И мне сложно, но как ни в чем не бывало продолжать игру, понимаешь? Что? Какую игру? Слушай, я, конечно, всегда делаю вид, что я вся такая дико уверенная и сексуальная штучка, но, если говорить честно, ну, я немного комплексую. Джесс, это что, шутка? Что? У тебя нет поводов комплексовать. О, ты просто не знаешь. Да, я знаю. У всех комплексы. Все такие. Но ты хорошо справляешься. И не только внешне. На самом деле. Да, я стараюсь. Вот, и это суперсексуально. Правда? Конечно, очень. Попробуй найти теплое одеяло. Мы закутаемся в него, сядем у камина и выясним. Полный ты у нас дурак, или это все-таки излечимо? Ладно. Давай.
одеяло. Точно. Сейчас принесу. Есть. Да будет свет, сказал электрик. Эй, что там, Джесс? Что ты делаешь? Это пробки. Я знаю, что это пробки. Ты все сломал. Да это просто контакты замкнуло. Это у тебя контакты замкнуло. Чего-нибудь гладкого и теплого, обнаженного. Ну, это можно устроить. Майк, что это? Я не знаю. Ну так выясни, быстро, давай. Твой телефон! Что? А как это мой телефон? Я не знаю. Прилетел в окно. Ах, да какого хрена? Вот же твари! Что? Эти уроды наверняка пришли сюда к нам и пакостят. Дождались, когда мы к делу приступим. Я знаю, что вы там. Нахрена вы приперлись? Что, так охота помешать нам? Знаете что? Обломитесь! Вы нам не помешаете, потому что у нас сейчас будет секс. Да-да, мы с Майклом будем трахаться по полной программе. Наслаждайтесь! Мы готовы и приступаем. Да что ж такое? Это они с нами разговаривали? Я не знаю. Не знаю, что лучше, чтобы да или чтобы нет. Ну, надо выяснить. Джош, конечно, сильно распсиховался. Да, он старался не подавать виду, но... Думаешь, зря мы о сестрах заговорили? Ну, для того мы сюда и вернулись. Да, мы приехали поддержать его, а не духов вызывать. Черт, беги! А, ты... Вот жесть! Ты цела? Да вроде бы. Ой! Что? Там что-то за книгами. Что это? Кнопка, что ли? Зачем здесь кнопка? Хороший вопрос. Что, нажать? Именно для этого и нужны кнопки. Ого, стена отъезжает. Взрыв мозга. Такое ощущение, что мы в кино. Надеюсь, в романтической комедии. Ну как, в доме у Вашингтонов и не быть тайным уходом? Они могли и не знать о нем. Дом очень старый. Ну что, давай заглянем? Там и вперед. Не-не-не-не-не, ты иди. Вот спасибо. Что? Это что? Что ты нашел?
Охренеть. Так, Эш, я не хочу тебя пугать, но... Глянь сюда. Что? Крис, что это? Это, кажется, то, на что указывала гадальная доска. Подсказка? Да, это письмо. Покажи-ка мне. Это угроза? Крис, все серьезно. Надо найти Джоша. Прямо сейчас. Охотился на Ханну и Бет? Если так, то это просто полная жесть. Это написала мама Джоша. Она борется за восстановление справедливости по отношению к местным индейцам. Ага, тут плохая карма. Уже давно. Видели кое-что любопытное? Что? Такой плакат разыскивается, как в вестернах типа. И? И Сэм показалось, что ее кто-то преследовал. Так это что, выходит здесь, в горах, рядом с нами преступник? Там сообщение, но на автоответчике. В общем, оно от сержанта полиции о том, что один чувак вышел из тюрьмы. И ничего нельзя сделать. В каком смысле? Ну, он типа предупреждал. И я нашел письмо от психа. Крис, если таким образом ты пытался меня подбодрить, ты уволен. Слышала? Это Джош! Вроде из кухни. Джош! Джош! Джош, держись! Эшли! Эш, что происходит? Пусти меня! Эшли! Я... сейчас! Эш? Эш! Сейчас я покажу тебе фотографии людей, которых ты знаешь и любишь. Или, возможно, просто делаешь вид, что любишь. Итак, это упражнение в честности. Скажи, кто из каждой пары тебе больше нравится. Не спеши, твой ответ очень важен. Thank you.
игре, в которую ты так прилежно играешь, кто тебе совсем не нравится? Джесс, безусловно, красивая. Хотя и глуповатая, но насчет нее уже можно не волноваться. Она вышла из игры. Сосредоточься на остальных. Что ж, время вышло. Но еще увидимся.